Друзья, всем привет! Новый выпуск «Дневника фаната». Мы Второй с Витьком уже в Сокольниках и отправляемся на первый матч ЖФК против «Локомотива». Да, будет интересный матч. Надеюсь, мы сегодня хорошо пошизим, встретим братву, нормально угорим, разнообразим наш репертуар. Думаю, в общем, будет у нас сегодня интересно, здорово и продуктивно. Короче, выходной, воскресенье, здорово, хороший вообще уикенд получился. Хорошая, потом... во-первых, погода, 100%, комфортная. Да. Почему бы, например, не прийти и поддержать сегодня команду? И в целом, после мы едем на матч пляжного «Спартака» Черкеза против «Коней». Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И самое главное, если вам такой формат легкий, такой влоговый зайдет, который мы давно уже не снимали в Москве, да, будем снимать его дальше для вас. Что, начинаем, Витя? Погнали. Погнали. Закрывай камеру. Атмосфера праздника. Нашим детишкам красно-белым рисуют всякие там спартаковские истории. Наш хороший знакомый пытается рисовать татуировки такие, которые потом сотрутся. В общем, классно. Атмосфера бравая. Воскресенье. Сегодня еще праздник православной Троицы, поэтому всех православных с праздником. В общем, надеемся, что «Спартак» сегодня победит. Вот первое мое впечатление, придя сюда первый раз, здорово. Поэтому давайте посмотрим, что будет на трибунах. Народу не так много на трибуне А. Видно, что часть трибуны — это родственники девчонок, друзья, там, подруги и прочее. И сейчас вот потихонечку актив собирается, поэтому сегодня «Спартак» презентовал новую форму девчонки. Классная, красивая, такая, ну, необычная. Вообще культура джерси, да, культура джерси — это вот культура на классной футболке, да, она есть. Кто увлекается, напишите в комментариях. Надеюсь, что у московского «Спартака» будет тоже какая-то такая форма классная, которую можно себе приобрести, в ней ездить, путешествовать, гулять. Посмотрим, что, чем удивит «Спартак». Надеюсь, чем-то они нас удивят. Причем с девчонками мы так относительно знакомы, они тоже тренируются в академии, как народная команда. Блин, ну атмосфера кайф, на самом деле. Ребят, несите дома, фанади, мы все понимаем, но есть классные виды спорта и классные матчи, которые прямо сегодня и сейчас проходят для вас, поэтому мы не отказываемся по поводу бойкота. И надеюсь, вы также сейчас кто-то уже поменял свое мнение по этому поводу, поддерживает нас. Ходите на регби, на двойку, на женщин. Круто, круто. Еще одна тема, которая была переделана, блин, если, знаете, ее спеть массово и в большом количестве на каком-нибудь из матчей, это, мне кажется, тоже был бы топ, поэтому вспоминайте слова, в описании дадим. Также в телеге это все выкладывали словами, ссылка на наш телеграм-канал в описании. Круто! И сразу же еще одна история. Слушаем и прислушаемся. Заслуживает лайка. Давай!
пишите в комментариях No Phone ID, и, соответственно, мы, как уже традиция стала, выберем обязательно троих счастливчиков, которые случайным способом, мы их выберем, получат подарки от нас, от Front Range Shop. Так что вперед, ныряем в комментарии. Нам говорим спасибо нашим друзьям из компании Winline, которые поддерживают Дневник Фаната уже долгое время и всегда делают какие-то классные подгоны для вас. Поэтому сейчас начался евро и классная акция FreeBet каждый день. Поэтому переходим по ссылке в закрепленном комментарии, попадаем в наш телеграм-канал, переходим по ссылке к ребятам и участвуем в акции FreeBet каждый день. Ну что, евро в самом разгаре, будет интересно. Так, братва, перерыв у нас в матче. В общем, по первому тайму кадры вы видели. Хорошая поддержка. Со стороны смотрю, топ. Вообще девчонки бегут, да, пока да, счет потом, 0-0. Видите, ну, трибунка заполняется потихоньку. Слушай, первые 5-10 минут сомнительно, но окей. Второй прям остаток прям времени разогнали. Очень громко, четко, слаженно. Претензий ноль, все выкладываются на полную катушку. Я думаю, во втором тайме будет еще лучше. А после матча уже подытожим тогда матч и будем выдвигаться потихонечку. Да. Сзади, ставьте лайки, не переключайтесь. Второго тайма, по-прежнему счет 0-0, видно, что нервная игра, девчонки, что одни, что вторые борются, толкаются, не знаю, как это назвать еще. И также у нас сейчас есть идея снять красно-белые регионы, кто помнит этот формат, кто не помнит, по подсказке посмотрите. Короче, идей много, все зависит от вашей поддержки, от вашей реакции. Если вы нас поддерживаете, я хочу это увидеть, и мы будем для вас делать больше материала. В общем-то, забили гол, не засчитали из-за того, что была игра рукой, вероятно. Не знаю, момента мы не видели, но я думаю, что она была. Трибуны сегодня девчонок вперед гонят максимально. Поэтому после матча будет та самая фанаты и команда вместе. Ну что, матч закончен, счет 0-0, с небольшим преимуществом играл женский футбольный клуб «Спартак». Ну, собственно, что, теперь мы сейчас смотрим финальную историю в этом матче, трибуны и команда, и дальше направляемся в Черкизово на пляжный «Спартак», где он сегодня будет играть против пляжных коней. Марина Федорова, она, ну, топ в нижнем, да, и в целом атакующий. Ты же атакующий футболист, правильно можно сказать? Да. Слушай, ну, ты дала интервью недавно, что твоя дедушка болела за «Спартак». И очень твоя семья обрадовалась, когда пришла, собственно, сюда. Конечно, да. Дедушки, к сожалению, уже нет, но он всегда мечтал, чтобы его сын играл, чтобы наши все дети, мальчики играли в «Спартак», вот. А играю в «Спартак» я. Я думаю, он счастлив. Как тебе «Спартак»? Мне очень нравится. Офигенная поддержка, фанаты. Я их всех обожаю. Вот. Это первая команда в России, которая такая душевная, семейная. Это просто кайф. Слушай, мы вам желаем удачи, развития, потому что мы действительно к вам относимся по-особенному. Мы стараемся. Вы девушки, вы показываете хороший результат на поле. И сегодня, ну, к сожалению, чуть-чуть не повезло. К сожалению, нет, справимся, все будет хорошо. Ну, девчонки, один за всех, мы с вами. Мы с вами. Спасибо всем, что ходите на наши матчи. Вы самые лучшие в стране болельщики. Это я вам не понаслышке говорю, я много где играла. И я обожаю эту команду, обожаю вас. И каждый из вас, это просто что-то невероятное. Все, спасибо. Давай, удачи, у вас круг. Спасибо. Девчонки, видно, что прям действительно относятся к нам по-особенному. Ну, девушки, что вы хотите? Они такие более мягкие, чем мы, поэтому, надеюсь, это не пустые слова.
всегда, когда мы снимаем эти выпуски, я уверен в том, что наши данные никуда не пропадут и всегда не останутся. И в старости можно будет сидеть где-нибудь у камина, пить чай, кофе, я не знаю, и смотреть эти выпуски, которые мы с вами сделали вместе в молодости, так скажем, в нашей. Поэтому говорим спасибо компании Киберпротект за поддержку нашего канала. Говорим спасибо за то, что они сохраняют наши данные. А кому интересно сохранить ваши данные и вообще обезопасить себя в IT, в IT-структуре, смотрим, изучаем. Говорим спасибо ребятам. Киберпротект, Дневник Фаната, спасибо. А мы с вами выпуск дальше. Так, братцы, идем уже на футбол. Межган, слушай, ну выпуск нашего дайджеста уже вышел. В двух словах, как тебе дайджест, участие в съемках? Я так понимаю, что говорят дайджесту, ты сегодня, собственно, и приехал на пляжку. Ну, я ты как будто завелся заново, да? Я просто с детства мечтал стать актером, сниматься на видео всякие, вот эти подкасты, дайджесты модные, вот эти все слова выучил. Понравилось? Вот, да, конечно, я буду участвовать всегда теперь. Все, слушай, ну мы раскроем для наших зрителей секрет, что мы хотим снять большой выпуск, мы уже говорили, да, про культуру граффити. Поэтому, друзья, напоминаем, если вам эта тема зайдет и вы хотите это увидеть в нашем канале, пишите комментарии, потому что мы уже работаем в этом направлении и готовим для вас большой выпуск. И больше огней. Да, огней на ютубе причем. Все, ладно, братья, надеемся на победу мяса. Давай, закрывай камеру и пошли шизить. Ну да. Как тебе эмоции на женском «Спартаке»? Слушай, на женском «Спартаке» сегодня пошутили топово. Я считаю, что разнообразили нормально репертуар парням из «Old School and Friends». Тотальный как респект. Зашел заряд в соцсетях в нашей телеге про «Любите девочки простых да, романтиков»? Да, очень хорошо разошелся. Фанатиков, вот, я думаю, что это будет нормальной темой для ЖФК. Поэтому не сбавляем обороты, двигаемся дальше и поддержим пляжников в сегодняшнем дерби. Я пошел на сектор, потому что все, конечно, классно, но девчонки здесь танцуют. Привет, девчонки! За «Спартак», надеюсь, да? Нет, блядь, ну ужас. Девчонки не за «Спартак», а мы бежим на сектор и будем гнать команду вперед вместе с ребятами, потому что внизу находиться невозможно, а на секторе будет сейчас топово. Я скажу одно, что колонки, которые направлены на фанатскую трибуну, бля, они все портят вообще, мешают всему, потому что вечная музыка, которая играет во время всего матча, она дико мешает и коням, и нам, и не слышно вообще особо трибуну. Поэтому, наверное, на таких матчах это делать не нужно, хотя кто это такой, чтобы об этом говорить. Трибуна просит вырубить эту музыку, которая просто реально мешает атмосфера дерби. В нашей телеге мы уже написали в лайве по поводу этого, ну, блядь, вообще беспредела, блядь.
нами Андрюха Котинов. Всем привет. Народная команда «Пляжный Спартак», братец. Как тебе сегодня матч? Почему проигрывали? Вы же сильнее. Слушай, да на самом деле, самую первую секунду вас слышали. Была сегодня феерия. Несмотря на эту музыку, да, бесявую? Музыка вообще вас невозможна. Ни одна музыка вас не перекричит. Поэтому ваша поддержка была самая главная, как и всегда, для нас. А почему так получилось? Не знаю, в какой-то момент в один пропустили быстро два гола. И потом они подсели, как чуть подрастерялись, да, где-то начали их играть в их футбол, бей-беги, вот это. А потом вроде как-то собрались, вот этот гол в конце. Я забил, и там все сразу пошло, за минуту три гола туда. Ну, в принципе, мы никогда, кроме пляжки, вот, и вообще всех остальных видов спорта, ЦСКА не был первым, вот. Вот, поэтому, в принципе, мы ни секунду не сомневались в сегодняшней победе, мы выходили, знали, что должны побеждать, обязаны сегодня побеждать, и когда мы увидели, что это на трибуне, мы, в принципе, не могли уже никого подвести, и самих себя, и вас в первую очередь, поэтому... Не могу еще сказать, почему так получилось, зато получилась очень красивая, зрелищная игра. Главный итог, которую, да, люди, да, посмотрели сегодня игру и думают, вот это как вы вытащили, блядь. Как вы вытащили? Я весь потный, смотри, как будто отыграл вместе с ним эту игру, потому что сегодня с вами, блядь, шизил. Ну, кто вот, наверное, смотрел вот этот этап, у нас все такие игры. Первую игру 0-3 проигрывали, сравняли, но в один все равно проиграли. Вторую игру 3 гола проигрывали, опять сравняли, и опять свои ошибки какие-то ненужные опять проиграли. А сегодня хоть уже смогли вытащить и добиться этого успеха положительного. Надеюсь, что это будет таким толчком для нас сегодня. Паш, поздравляем, брат. Спасибо большое. Спасибо, очень рад тебя видеть. Победы в дерби. Спасибо большое. Спасибо, братцы. Спартак. Приходите на пляжку, гоняйте за мясо. Все, что под ромбиком. И вместе будем побеждать по-любому. Да? По-любому. Все, давай. Спасибо большое. Фу, друзья, ну что, наш день подходит к концу, красно-белое воскресенье. Сегодня классный был матч ЖФК. Да, чуть-чуть не хватило до победы, но отличная шиза была. Вам судить по этим кадрам. Потом мы поехали на пляжку. Братик, честно, я сегодня уже сказал, что вот эта музыка... Достала, просто достала. Ну, этот диктор, это, короче... Это анти-агенст Modern Football, да. Поэтому... Но мы справились в третьем периоде, вообще 100%, да? Ты еще благодаря твоей помощи, что ты залез. Братик, да? Ну мы с тобой два скуфа, которые вместе типа работаем. Поэтому, друзья, сегодняшняя победа пляжников — это ваша общая, наша общая победа. Если бы вы бы так не гнали команду вперед, этого бы, ну, результата бы не было, 100%. Повторимся еще раз. Если вам такой формат видеоблогов нравится, пишите комментарии, ставьте лайки. Мы с Витей обязательно будем снимать для вас больше такого московского контента, потому что, ну, по выездам сейчас тяжеловато. Сейчас будет сезон, мы, конечно, будем ездить, там, снимать регионы для вас, но в целом я считаю, что такие вот, ну, такое воскресенье, честно скажу, не говорю про выходные, именно про этот день, это был топовый день. Я кайфанул, я насладился, я просто, ну, я в восторге, короче. Ну все, пошли отмечать победу. Пойдем, аккуратненько отметим. Друзья, вам спасибо за вашу поддержку. Повторимся, пишите комментарии. Кто-то из вас выиграет наш шекель, либо подарки от Friendly Shop. Да. А мы с Витей будем делать для вас этот контент, для того, чтобы вы кайфовали от нашей трибуны и от того красно-белого движа, который мы пытаемся для вас сделать. Однозначно. От связи с головой камеры. Погнали!